Спасатели прибыли оперативно, но из-за пустот в деревянных перекрытиях дома огонь распространялся очень быстро. Рассказали сегодня на комиссии ПЧС в администрации округа. По предварительным данным Красногорского отдела надзорной деятельности, пожар на Пионерской, 14, начался в одной из квартир на втором этаже в детской комнате. Пожар произошел в трехкомнатной квартире, в многоквартирном доме. В этой квартире проживала многодетная семья. В момент возникновения пожара двое детей 14 и 15 года рождения, две девочки, находились одни дома, без присмотра родителей. Отец находился на работе, а мать ушла вместе со старшей дочерью по делам. Открыть дверь в квартиру спасателям помогла подоспевшая мать. Однако спасти двух девочек 3 и 4 лет, Диану и Кристину, не удалось. Они погибли в реанимации. Неосторожное обращение с огнем или аварийное использование электроприборов – основные версии спасателей на данный момент. Но еще не проведен весь ряд экспертиз. На месте происшествия пожарные обнаружили зажигалки. Кроме того, по сведениям матери, в тот злополучный момент дома работали оба телевизора. Пока не будем ни одну из версий исключать. Сейчас приедет лаборатория, все необходимые мероприятия будут проведены. И потом по результатам, конечно, будет исследовать, будет принято решение все-таки о причине пожара. На месте пожара отработала следственно-оперативная группа. На место пожара выезжало руководство главного управления ЧС по Московской области, сотрудники Следственного комитета по городскому Красногорску, руководство УМВД, администрации городского округа. В настоящее время четырехэтажка по-прежнему отключена от электро- и газоснабжения. На месте происшествия работает экспертная лаборатория. В администрации округа тем временем решается, какую посильную помощь могут оказать пострадавшим при пожаре. А это 18 человек из 6 квартир. На комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение организовать обследование несущих конструкций и восстановить системы жизнеобеспечения 14-го дома. Здание было построено в 1937 году.